Так, Тимс, ну тут варды стоят у Йо, так что... Ой, перекрыли Мэджикла, Мэджикл погибает здесь 100%. Шрайн, конечно, прожимает, пытается выиграть немножко времени, но это маловероятно. Стенка, конечно, стоит, все казалось бы здорово, но Волк пошел вгрызаться. Чуваш быстро погибает, Кристаллайз здесь вряд ли что-то сможет сделать. Армел дает трипл килл, возможно, это будет даже, если не рэмпидж, то, по крайней мере... Это может быть рэмпидж, но нет. Ну, очень странно отыгрывать здесь на... в этом плане. Зато снизу Кристаллайз вместе с Мишей, на удивление, вдвоем отлично справляются с и Бэтрайдером, и с Вингой. Но в миду забирает Медузу, и еще и на Мишу переключаться. Правда, Куку может здесь погибнуть, но у него есть Бода, есть Ласка, поэтому будет выживать. Вот, пошла ответочка от TNC. Йоу, нельзя здесь погибать. Габи пришел с Мановойдом. Не хочет тратить его в близи, но, видимо, все-таки придется. Ну, или хотя так добьет. И наверху, видимо, драться готовы. Здесь TNC, чуваш должен погибать. Опять-таки размен на двух героев. Хотя Армел здесь близи, наверное, получится забрать. Да, Фисур есть, забирает фраг Тимс. И в это же время Кристаллайз здесь ушел. Пятый фраг для Кристаллайза. Они готовы здесь врываться с Мишей. Армел будет погибать. Скорее всего, хотя и Хослео хорошо. И Армел не успевает накинуть Атос. Но подождите, подождите, они выживают! Как? Так, ладно, потом уведомление беру. Так, что тут? Попытка все-таки разобраться, TNC, наверное, последний драка, там криты просто штопают, крест... Ой-ой-ой, Magical. Как же он наваливает здесь. Ну вот, пошел Мановойд, но он был в земелью, вообще по барабану ему. Ну, убьет его сейчас Габи, от толку-то? От толку, когда команда тратит все байбеки, наш Райан прилететь не может. Габи Мановойд уже использовать не сумеет. Ну а что с Мэджиком делать? С Мэджиком ничего сделать не могут, у него фул мана. Его мало кто бьет. Вот, 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 сейчас хороший шанс. Вылететь был. Отлично, Шейкер влетел, но толку немного. Стяжка, стенка пошла там. Это минус Габи. И, ну, наверное, минус карта. Кристаллайз, как один раз, погиб случайно, я бы сказал. Так и особо ничего не поменялось с этого момента. Да, Медуза потеряла много дэмджа, но у нее все равно 200 с лишним урона с руки. И она продолжает наваливать. Ладно, Винга, как оказалось, не такой плохой пик был у Нави, потому что хорошо зарядили виверы с Медузой за счет этого дэмэджа, ГГВП. Весел есть уже вблизи. Так, это хороший шанс забрать Габи, потому что есть, оказывается, уже... Нет, это не Блинагер, это ли... Ни хрена себе он с Лизы выдал Хекс. Вы это видели? Там даже смог еще не спал, а там уже Хекс сработал. Там следом с Кристаллайз с Блинагера. Так, Нави сломали Т2 и просто переходит на Т3. Так, Габи байбек, видимо, придется тратить, если у него есть. Либо же отдавать сторону придется четвером, вы здесь не справитесь, TNC. Хотя, есть хороший шанс. Да, близ забрали. Ладно, на одного героя регулярно Нави могут отвечать. Так, здесь хорошо разбираться должны и с Ораклом, и с Никсом, со всеми. Ну, да-да-да, достает чуваша. Ох уж эта линза на шамане. Ох уж эта линза. Так, ладно, змеек заберут. Мы... Так, Тимс. Окей, Карапас сработали. В это же время Оракл погибает. Оракл без байбека. Летает Кунг. Единственный чувак, который здесь байбеком. Тимс вообще здесь байбеком никак здесь не поможет. Кука пытается убежать. Габи. Линку сбили. Ну, последние бараки падают, но еще хуже, что падают лица игроков TNC. Пошли байбеки последние. Все, TNC без байбеков. Армия скелетиков, змеек. И на этом, скорее всего, игра будет здесь заканчиваться. Да. Куку уже без энрейджа, пытается здесь как-то выиграть и убить Мэджика, но опять-таки Мэджика с АХ, так что это никак здесь не зарешает. А Кристаллайз остался без маны. Сыр не успел прожать. Ну, мега крипов сделали Нави, но мне кажется, эту игру нельзя здесь уходить, надо заканчивать. Правда, Близи уже без Primal Split'а достает его Морф. Притом, водичкой-то оказывается в итоге брюмастером. Но сам факт, все равно мега крипы. Если бы Мэджикл здесь... Да нет, Мэджикл все равно боегис потерял. Вот если бы в Рейс Кинг прожал бы сыр, тогда бы Нави здесь остались, наверняка бы еще уже бы, наверное, закончили игру. А так... Ну, сейчас дозутся в Рейс Кинга, к тому времени, пока появится Брюмастер, там откатится Primal Split. 2,5 минуты у них есть на то, чтобы закончить эту игру, пока нету Морфа байбека. К тому же там появляется Терл Блейд, и Нави надо быстрее заканчивать эту игру. Как бы тут все равно доедал, сдал, она уже еще минус армора взяла дополнительный смелда. То есть уже минус 12, это минус 19 армора. Это очень больно. То есть пол армора у Морфа просто уходит никуда.
Оракл, оказывается, вообще 6 арморами. У Конки 13 армора. Урс это почти весь армор. Тяжко. Так, улетел Никс после байвека. И кажется, это конечное. Да, Близи здесь попался, но хорошо, что попался Близи, а не Мэджикл, потому что без Близи можно здесь на Ай подраться. Вот без Мэджикл будет тяжко. Так, Шрайн прожимается, пытается выиграть немного времени здесь ТНС. Это Рулей будет только через 10 секунд. Его поймал, Габи, все, окей. Но, правда, только вот он нажал все-таки перекачку. Так, Габи. Ой-ой-ой-ой, зачем же ты стал все-таки в Рейскинга? Ладно, успел обратно переключиться. Габи. Опять откинули его прямо под Willow Wisp. Живет там чуваш. Подпрыгивает. Хексом цепляет Кунку. Кунка умирает. Морф остается один. Эдга ГВП.